Перейдем теперь к анализу различных достоинств и сравнительной ценности коня и слона. Конь может ходить и, соответственно, угрожать полям белого и черного цвета, а слон может ходить только по полям одного цвета. Неопытные шахматисты, главным образом поэтому, обычно считают коня более ценной фигурой, чем слон. При этом они упускают из виду, что каждым ходом конь меняет цвет своих полей, а для перевода коня с одного фланга на другой требуется гораздо больше времени, чем для соответственного маневра слона. Давайте посмотрим, за какое минимальное число ходов на пустой доске можно провести коня и слона с поля, например, А4, на поле H5. Конь. Слон. Результат очевиден. Слону потребовалось в два раза меньше ходов. А если бы такой эксперимент проходил, например, на главной диагонали, результат был бы более значимым. Проделайте это сами. Кроме того, как показывает этот пример, слон может запатовать коня. Действительно, все поля, на которые мог бы сделать ход черный конь, находятся под контролем белого слона. Конь же, в свою очередь, не может ответить ему тем же. Посмотрите на один из немногих типичных случаев, когда конь оказывается полезнее слона. Такая позиция называется блокированной. Пешки не имеют ходов. В данном случае все пешки находятся на одном фланге. Именно поэтому конь имеет преимущество. Если бы пешки стояли на обоих флангах, этого преимущества не было. В подобной позиции у черных прекрасные шансы на выигрыш. Действительно, особым источником слабости для белых является то, что их пешки расположены на полях одного цвета с их слоном. Это обстоятельство ограничивает свободу его действий. От этого ценность слона уменьшается, так как ценность фигуры часто измеряется числом находящихся под ее контролем полей. В такой позиции все пешки находятся на одном фланге, и ни конь, ни слон не дают преимущества. Игра, очевидно, закончится в ничью. Прибавим к этой позиции по три пешки с каждой стороны так, чтобы теперь были пешки на обоих флангах. Теперь выгоднее иметь слона. Преимущество слона заключается в его способности угрожать издали, а если он находится в центре, то и обоим флангам доски, и в способности быстро переходить с одного фланга доски на другой. Это мы уже проделали. В этом положении слон составляет бесспорное преимущество. У обоих играющих одинаковое число пешек, но они не уравновешены на отдельных флангах доски. Так, на королевском фланге у белых три пешки против двух, тогда как на ферзевом две пешки против трех у черных. Однако, хотя у белых лучшие шансы, при правильной игре должна была бы получиться ничья. В этой позиции слон составляет, видимо, решающее преимущество, так как пешки не только расположены на обоих флангах, но среди них есть и проходные. Пешка H у белых и пешка A у черных. Черным чрезвычайно трудно, если это вообще возможно, добиться ничьей. Также и в этом положении черным было бы нелегко сделать ничью. Вам следует тщательно разобраться в этих позициях. Многочисленные примеры помогут вам составить правильное понятие о сравнительной ценности коня и слона. Обратимся к примерам. Сначала рассмотрим блокированное положение. Положение белых предпочтительнее, хотя, вероятно, преимущество недостаточно для выигрыша. Возможно, например, такое продолжение.
белые пошли пешкой на поле d4. Это единственно возможный ход пешкой. Черный король пошел на поле b6. Белый конь сделал ход на поле d2. Черные пошли пешкой на a5, а белый конь пошел на поле f3. Черные идут на размен пешек и бьют пешку b4. Белые, в свою очередь, бьют эту пешку. Король черных отходит на поле c7, а конь встал на поле e5, и под его ударом находится пешка g6. Пешка c6 находится под защитой своего короля. Черный король сделал ход на поле d6, а конь бьет пешку g6. В ответ черные делают ход слоном на поле h6. Хотя у белых лишняя пешка, пути к выигрышу не видно. Эту позицию полезно проанализировать. Во всяком случае, заметно, что в запертых положениях конь имеет преимущество перед слоном. Вернемся к исходной позиции. Если бы слон в исходном положении стоял на c8 вместо f8, белые могли бы выиграть, переводя короля через e3 на d4 и коня на e5. Вот еще одно общее правило. Имея слона, ставь пешки на поля противоположного цвета. Как мы видим в первом случае, при чернопольном слоне на f8, черные пешки стояли хорошо, так как занимали белые поля. Во втором случае, при слоне на c8, пешки стоят плохо. В результате первую позицию черные, вероятно, при очень хорошей игре могут свести в ничью. Во втором же случае они, видимо, должны проиграть, даже если сделают все, что в их силах. Переходим к другой позиции. У белых преимущество, но его недостаточно для выигрыша. Если бы пешка черных стояла на поле g5, а не на поле g7, белые могли бы добиться победы. Вернем пешку на место. Для черных было бы тяжелой ошибкой сыграть в какой-то момент королем на поле f7 и пешкой на поле g6 с целью разменять пешки. Поставим короля и пешку на место. Правильная защита состоит в том, чтобы поставить короля на f7, а слоном ходить по диагонали a3-f8 и при первой возможности разменять его на коня. Изучим теперь окончание одной из партий. Проблемы, возникшие в ней, довелось решать долголетнему чемпиону мира. Позиция очень интересна и достойна изучения. У белых лишь одна пешка e4 изолирована. Напомним, что так называется пешка, если на соседних, смежных с ней вертикалях нет своих пешек. Эта пешка кажется единственной слабостью белых, и поскольку король белых близок к ней, можно полагать, что вскоре их позиция станет удовлетворительной, как только король встанет на поле d3. С другой стороны, черная пешка d расположена не очень хорошо, по крайней мере на вид, но она оказывает давление на позицию белых, не позволяя коню встать на поле c3, а королю на e3. Поэтому белый король должен защищать пешку с d3 или f3, а эти поля могут подвергнуться нападению слона, поскольку они одного цвета с полем слона, и, следовательно, для наступления пешка d4 расположена хорошо. С точки зрения защиты дело обстоит иначе, так как белый король, попадая на d3, не только поддержит свою пешку, но и нападет на черную. Если же конь успеет через поле d2 встать на b3, то появятся большие трудности с защитой пешки d4.